Джаред Калвер, атакующий защитник Texas Tech. После того, как Калвер играл роль поддержки в своем первом сезоне в студентах, во втором сезоне атакующий защитник стал одним из главных откровений года и стал быстро подниматься в рейтингах скаутов. При росте 198 см Калвер показывает прекрасную игру на обоих концах площадки. Он вывел свою игру на новый уровень за этот год, показав атлетизм и лидерские качества. Джаред возглавлял нападение своей команды весь год, от начала и до конца. Набирал 18,5 очка, что являлось четвертью очков команды в атаке. Конечно, нельзя забывать и о том, что он умело создает моменты для своих партнеров, являясь отличным болл-хендлером и прекрасно двигает мяч в нападении. В прошлом сезоне он отдавал 3,6 ассиста в среднем за игру, что увеличивает его вовлеченность в нападении команды до 35%. Калвер обладает прекрасным средним и дальним броском и заставляет защиту постоянно держать его на периметре. Джаред обладает прекрасной подвижностью. Он великолепен в лишении своих опекунов баланса благодаря набору финтов и классной работе ног. Калвер обладает большим баскетбольным интеллектом и умением совершать правильный и точный розыгрыш в тот момент, когда это нужнее всего для команды. Клатчевый шутер. Поскольку Калвер был игроком очень защитной студенческой системы, нет никаких сомнений, что он будет серьезным, возможно, элитным защитником. У него великолепное чтение игры, быстрые руки, прекрасные защитные инстинкты. Он очень старателен в обороне как в подстраховке, так и в индивидуальной опеке. Калвер очень неплох на подборе, 6,3 подбора в среднем за игру. Может провоцировать потери в защите. Джаред прекрасно использует видение площадки в быстрых отрывах. Из минусов стоит выделить сомнения в его дальнем броске на уровне Национальной баскетбольной ассоциации. Кажется, ему предстоит много работать над скоростью релиза дальнего броска. Но это не отменяет того, что его дальнее попадание может стать серьезным оружием. Также ему предстоит серьезная работа над своим телом. На данный момент ему не хватает массы, чтобы бороться с более атлетичными игроками второй и третьей позиции на уровне NBA. Калвер не обладает элитным прыжком или скоростью, но большинство этих минусов возможно исправить работой на тренировках. Особенно если Джаред продолжит прогрессировать такими же темпами, как в этом сезоне. Считается, что Джаред Калвер может стать элитным, защищающимся игроком Национальной баскетбольной ассоциации и приличной атакующей опцией. Ему пророчат выбор в топ-5, возможно топ-10 драфта Национальной баскетбольной ассоциации.